Очень хорошо, я с удовольствием приму участие. Где вы пошли убираться? Ну, обычно мы сквер вот этот Струковский убираем. Конечно, готов. Почему вы это? Ну, я хочу, чтобы город стал почище, покрасивее. Офисом вот стараемся собираться. Как только будет субботник, мы пойдем. Да, готов. Положительно отношусь, конечно, нужно убирать город, чистить. Горожане, я думаю, не в несколько апрельских суббот, а горожане постоянно должны чистоту поддерживать. Например, мусор выносить туда, куда его нужно выносить, а не бросать, где попало. Тогда у нас в городе будет чище. Да, в дворе своего дома. Конечно, убираемся. Должно тоже организовано быть определенным образом. То есть, ну, вы же, допустим, должны быть средства какие-то, к примеру, муниципальными службами, вот, гражданам, чтобы они смогли это осуществить. Вот. Информационная поддержка, чтобы это знали про это. Я всегда участвую в субботниках. У нас двор опрятный, чистый. В принципе, у нас зеленый уголок, поэтому как-то там это всегда поддерживается на должном уровне. Мы же все-таки здесь живем, соответственно, дом кончается не на пороге квартиры. Он все-таки несколько шире расположен. Соответственно, надо там тоже порядок какой-то наводить. Я очень призываю всех, давайте все сделаем Самару чище. We'll be right back.